Не покажется вам мало, если вдруг жена послала за лекарствами в аптеку, будь готов. Чуя, куртка нараспашку, видно, выронил бумажку, на которой список медикаментов. Что ж там было? Значит, сыну нужно взять, не вкурил. Дочке от прыщей купить надавил, для себя приобрести папазол, и для тещи не забыть взаду кол. Так что темпа не теряю, потому что точно знаю, память у меня такая, будь здоров. Если нужно без зазнайства, назову я все лекарства, что запомню лучше всяких докторов. Значит, Шурин глюковид заказал, для жены мне нужно взять, навтыкал. Тестю, как всегда, купить накатил, и для сына не забыть не тусил. Тут я вспомнил про Серегу, что живет неподалеку, у него аптечка дома была. Так зачем бежать куда-то, тратить время и деньжата? С ним легко решу любые дела. Иду я к корешу, ведь с ним легко решу, а с ним легко решу любые дела. Привет, Серега! В общем, нужен мне хондрит, пандемит и настойка от душевных обид. Он сказал мне, что настойку найдете, остальное вмиг мгновенно пройдет. Так что я лекарств набрался, кое-как домой добрался. Мне жена кричала, не разобрал. Несмотря на все усилия, в списке что-то пропустил я. Я так понял, это средство задолбал. Обещаю, его завтра куплю, ведь жену свою я очень люблю. Я б не перешел штрафную черту, но лекарства все сейчас на спирту. Здорово, здорово. Я думаю, нам тоже следует сходить в аптеку и с Олегом вместе нашей компании купить «Песня пил», «Друга жил» и «Юмор хоть». Да? Так что пойдем вместе в аптеку. И, ну, ты можешь купить еще «Ведущил», ну, чтобы вести так здорово концерты.